Банк данных исполнительных производств. Это общедоступный информационный ресурс, который позволяет гражданам и юридическим лицам своевременно узнать о наличии возбужденных в отношении них исполнительных производств, а также своевременно оплатить имеющуюся задолженность без посещения отдела судебных приставов. Расположен ресурс на официальном интернет-сайте Главного управления. Для получения информации достаточно ввести фамилию, имя и отчество гражданина, а также дату его рождения. Для организации – наименование. При наличии исполнительных производств они отобразятся в таблице. Также в ней будет информация о судебном приставе исполнителя, возбудившем исполнительное производство, и его контактные данные.